Одна из старейших больниц Барнаула. Сегодня в филиале Барнаульской поликлиники номер 1 на улице Аванесова проводят аварийно-восстановительные работы. Это здание построили еще в послевоенные годы. В 60-е оно перешло в систему здравоохранения. Долгое время больницу поддерживали своими силами. И все же здание признали аварийным. При этом было решено не сносить его, а реконструировать. Справа от нас находится Нагорная галерея, которая является памятником архитектуры города Барнаула. И поэтому строительство даже небольшого по объему здания здесь не было бы разрешено. Поэтому мы занимаемся реконструкцией и восстановительными работами. В феврале здесь прекратился прием пациентов, а в марте приступили к работам. На реконструкцию больницы из краевого бюджета выделено 28 миллионов рублей. И еще 108 миллионов на капитальный ремонт. Все здание мы одеваем, скажем так, в металл, рубашку, в тиски и наносим бетонный раствор. Усиление фундаментов будет произведено еще, то есть здание будет надежно стоять. Были проблемные места, но мы уже подлечили, скажем так, это здание. Сегодня к больнице прикреплено 16 тысяч пациентов. Сейчас они обслуживаются в других филиалах и уже с нетерпением ждут открытия своей поликлиники. Тут не только я, тут все старички и старушки тут ходят толпами посмотреть, когда это все будет, и интересуются. Поэтому нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы ее, ну, скажем так, достроили в кратчайшие сроки. Пока работы идут по графику. В сентябре должен завершиться аварийно-восстановительный этап, а далее начнется капитальный ремонт. Его планируют закончить весной следующего года. Результаты этой работы, по словам подрядчика, пациенты будут видеть следующие 50 лет. Ирина Корчагина, Данил Кузнецов. День с толком.